Здравствуйте, мои друзья, я Александр Пчу. Перед просмотром поставьте комментарий, совсем улучшим для вас видео. Сегодня я подниму вкратце тему, как говорится, как Каин или Калмана вас испытывают, или культ Сиддхартха, можно клипот назвать его, да, по сути. Вот, каббалистическое, более темное мертвое древо, некротическое, да. Как они вас испытывают, как они вас вообще проводят через путь проблем, да. Что-то освещение фиговое, потому что фактически ночь. Как всегда, печу где-то с работы, ночью шарахается. Так вот, как же это происходит? Ну, все очень просто. Я скажу вкратце информацию, не собираюсь тут кого-то обучать, как говорится, и учить. Это все на халяву, как говорится, наказуемо. Как это происходит? Происходит очень просто. Как только человек начинает работать в этом культе, он выбирает какого-то там Каина Каранатаса, Каина Фальсифер, там, или еще какого-то, или Калману, или Либуруду, да, ну, то есть, как бы сторону Лилит, допустим. И подобное он переживает, что происходит, как, за какую сферу отвечает данный Каин. Каин, допустим, бадитизма, у человека начинаются проблемы с преступниками. То есть внезапно постоянно нападение, постоянно воровство, постоянно его грабят, постоянно его обманывают что-то, постоянно какие-то бандитские разборки, кровавые. Вот. Если культ чисто Калманы, понятно, там может быть кладбище, могут проблемы со здоровьем. То есть его заставляют лечить себя травками, муравками, изучать это все, медицину изучать. Попадается на каких-нибудь трансплантологов, которые, как у нас сейчас модно, в больнице может попасть так, что его просто вскроют, распотрошат и выкинут. Вот и вся проверка его, да? Или с подобным родственником его произойдет какая-нибудь болезнь, и он должен посоветовать решить эту проблему. То есть это испытание. У Эшо Кимбанди или Умбанди то же самое бывает, но многие люди тупые, они не понимают, что происходит, почему начинаются проблемы, болезни. Кто-то в психушку может попасть и вот еще куда-то, да? Причем это могут быть или родственники, или родные вас туда запихнуть по ошибке или не по ошибке, вот, или специально это испытание все-таки. Также можете, допустим, облучение получить, да, радиоактивное где-то, а у нас для России это легко сделать, радиоактивные отходы на каждой шарашкиной конторе. Вот, где-то с ведьмами повстречаться, на вас порчу, на смерть наведут, еще что-то, вы должны себя спасти, вывести из этой ситуации. То есть каждый Каин, Каинов там полно, просто целые легионы. Этот культ очень большой, да? Или какие-то великие мертвые начнут вас изводить, каждый постихийно, огнем, проблемы с водой, чуть не утопился, не захлебнулся, ночью с ума сошел, какие-то галлюцинации и так далее. Или наркоманы какие-нибудь, или вас в наркотики потянуло, еще что-то, я все против этой фигни. Кого-то в бухалово, то есть в алкоголь, да? У каждого свое испытание. И некоторые сейчас начинают, слушая меня, понимать, что происходит и почему это происходит, да, в данный момент. Что-то я еще старше кажусь, когда темно. Вот. И кто-то очухивается, вылазит из этого дерьма, а кто-то просто залазит еще глубже. Поэтому все вот эти испытания, проблемы во время ритуалов, это не только ошибки ритуалов, да. Но это также афро-бразильское, возможно, какое-то влияние культа, неправильное вас интерпретируете, неправильно что-то делаете, тоже может быть. Проблема с животными может быть. То есть кидаться животные могут на вас внезапно, я и говорю. Проблема с полицией, с судом. Все это испытание. Если вы преодолеваете это, вы как бы становитесь тем, кто вы являетесь. Как говорится, да? Вот эти страхи все у людей бывают во время некротического этого культа. Это, естественно, работа с мертвыми, еще что-то, да, уже некромагия, некромантия, так сказать, да, то есть духовная работа с мертвыми, гаданьельные системы, какие-то еще что-то, вот там работа с черепами, еще что-то. Это все проходит постепенно. Сначала это кажется сложно, трудно, но потом каждый Каин, как бы, как вам объяснить, чтобы вам было понятно для России, которая немного не понимает об этом ничего, как и с Кимбандой. То есть вы эту сущность пропускаете, по сути, через себя. Или он вас пропускает, вашу душонку, вашу жизнь, да? Вашу судьбу через себя. И вы, так как все так хотите, в каких-то культах там сэшу работать, такие все буддисты, вас пропускает через себя. Это все сэшу, а помбагирами я подобное уже намекал, говорил, но до некоторых не доходит. Великих кимбандерос, великих буддистов. Что вы просто через фильтр проходите, поэтому в вашей жизни происходит
вибрации меняются. Потому что цель культа Каина, естественно, вас грохнуть. Вот. Но только живучий и, как говорится, адаптируемый человек выживает, адаптируется и принимает сущность данного Каина. То есть данное отображение, да? То есть становится его копией, по сути, зеркальной. Он на той черте мире мертвых, а вы в мире физическом живом. Полностью его воплощаете, воплощение происходит ваше, да, то есть поведенческое, психическое поведение, психика ваша меняется, да, то есть крышка хлопает немножко, на что-то тянет, то, что бы вы не хотели, на алкоголь, на что-то бухло какое-нибудь там, да, где-то в компаниях валяться, на какое-то блядство, по-русски сказать, вот, непонятная ориентация, что-то еще. То есть вот эти все признаки, шизы, это как раз идет переход. Его нужно преодолеть. Не сдастся, не обосраться, не убежать, как некоторые у нас в России модные магистры делают. Только в какой-то культ залезли, сразу обсирают ляжки, быстрее бежать, быстрее, думая, что это порча или проклятие. Это не порча, не проклятие. Это проход, переход. Понимаете? Вы меняетесь психически, биологически, у вас какие-то изменения. Даже вкусы меняются потом, да? Вкусы, вы хотите другое, что-то, еще что-то. Вот, раньше вы ели только это, допустим, какие-то вам там страсть была каким-то фруктом. Сейчас вас будет, допустим, на дыню тянуть или на какие-то там фрукты, овощи, которые бы вы даже из-за своего желудка, может быть, или каких-то больных органов, которые не перерабатывают, никогда бы не съели. А тут едите и хоть бы хны, кайфуя от этого, шамкая, да? Вот, поэтому надо преодолевать это, прорабатывать тоже и идти дальше. Все-таки это все нужно преодолеть. Тогда вы становитесь сильнее, умнее. И легко преодолеваете какие-то жизненные обстоятельства, понимаете? В данный момент разрухи, так сказать, страны. Ну что, всем удачи, успехов, с вами Александр Чу, ставьте лайк, всем удачи.